Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас последний день лета. Завтра осень. Ну, дождей как не было и нет. И говорить о грибной поре рановато. Но, тем не менее, уже сколько времени прошло, уже нету сил дома сидеть. Соскучились мы, однако. Я приехал вот такую замечательную тополево-осиновую рощу поискать счастья, найти грибочки. В лесу хорошо погуляем, я думаю, сегодня, и что-нибудь обязательно найдем. Вот такие вот тут завалы. И вот тут раз. И грибочек. Такой вот. Красотуля. О. Потресканная шляпка. Не молот, видно, что не молот. И вот мы видим еще один такой красавец. Посмотрите. А, плотный, упругий такой. Вот. И на вид отличнейший грибок. Прям замечательный. Вот еще у нас один грибочек. О, такой это бабочек в молодниках осинках. В молодых осинках. Есть такой. А вот тут у нас еще один грибок нарисовался. Такой красавчик. Вот она. В травке прячется. О! Вот смотрите, а бабочек какой. Вполне даже. И ничего. Хороший такой грибок. Заслуживает внимания. Отправляется в корзину. Вот что-то загрыть такое, не знаю, что это. Это сыроежки, наверное. Сыроежки, но уже тоже не очень свежая. Но, тем не менее, гриб есть. Сыроежка. Угу. Вот она. Уже тоже старенькие. Вот грибочек у нас такой вот бабочек среди них. Даже неплохой, я бы сказал еще. Вот какой-то малышек. Вот еще малышек. Маленький. Видно, что грибам не хватает влаги. Сушь стоит.
не растут, не развиваются. Полянка солнечная. Опа! И на солнечной полянке что мы видим? Вот такой, это вот, наверное, самый лучший, что я сегодня нашел. Вообще отличнейший грибочек. Не старый, не молодой, чистенький. Отлично, приятно найти такой гриб в эту засушливую пору. Вот такой грибок. А вот у нас семейка маховичков. Хороший грибок. Тоже пойдут в корзинку. А что еще можно найти в лесу, кроме грибов? А вот такой вот урожай замечательных яблочек. Дикие яблочки отлично пойдут на компот и так, для еды. А вот и груздочек. Грусть тополевый. Он же не может быть один. Значит, где-то тут еще. Вот я тут его и срезал. Должен быть еще где-то. Должен быть. Где-то тут растут груздочки. Вот груздочек молоденький, отличный. Видно только-только. И вот по деревам одним другим имеются груздочки. Не очень свеж. Возьмем. Смотреть под ноги надо. Вот они. Только лезут. Они только-только. Только лезут. Раз. Вот это... Отлично. Вот они только лезут. Вот еще. Отлично. Вот они, залежи. Вот они, залежи. Все черные. Просто ужас.
их не отмоешь. Так просто не отмыть. Под деревом я вижу. Вот. Отличные. Ну, видите, какая земля сухая. Вот какая красота. А тут вот еще и бабочек молоденький нарисовался. Тоже неплохо. Что заслуживает внимания. Один, что ли? Вообще красота. Вот это. Вот это. Сломал я его. Ты, колючка какая. Это вообще идеальный вариант. Что размер, что качество такого вот груздя. Все молоденькие. О, какие красавцы. Какие красавцы, а? Продолжаем поиск. Вот они. Вот они дальше. О, малышики какие. Вот они, вот они. Вот, вот, вот. Раз. Молодежь. Поставим засохший, засохший. Вот. Это кучка небольшая. Они дальше вот идут.
есть. Сюда. Вот. Сюда. Поиск продолжается. Вот они. Вот они. Мы сегодня солить будем грузди. Сегодня будем солить. Так, это уже засох. Ну вот, друзья, уставший, но счастливый, я закончил свою прогулку по лесу, сбор грибов, и вот пришел к машине. Ну что хочу сказать, с учетом того, что дождей нету, сушь и прочее, я остался доволен прогулкой. Я нашел немножко грибов, нашел несколько бабков, и самое главное, я нашел молоденьких груздей. В прямом смысле слова, я их откопал. Я очень доволен, что у меня получилась такая прогулка. Ну, а бабки, конечно, в основном все червивые. Вот два только молоденьких, которые еще ничего. А остальные пришлось все выкинуть. Ну, зато я набрал вон сколько груздей. И грусть в основном есть такой молоденький еще. Переростков нету практически. Все грузди отличные. Сегодня их посолим. Яблочек немножко набрал. Даже такое на компот. Вот такая вот у меня получилась прогулка. Всем спасибо, кто смотрел. До новых встреч. Я думаю, когда дожди пойдут, грибы появятся, будет более интересно, чем сейчас. Всем пока, до новых встреч!